начнем, пожалуй, с посылки, которую заказали на подарок. Новогодний, соответственно. Я думал, что эта печенька будет, конечно, побольше. Такая маленькая. Ну, посмотрим, что оно и как. Ну вот, приходит вот в таком помятом состоянии. Хотя довольно-таки быстро пришла. А, она еще и микро-USB. Ну, в целом-то сама... А, тут она еще, может быть, приклеивается. Сама печенька ничего так. Так, сейчас мы ее немножечко протестим. Включается вот так. Ничего не происходит, потому что нет телефона, который поддерживает зарядку. Мой точно не поддерживает. Или поддерживает. Что-то тут было странное. Короче, не поддерживает, но оно загорелось. Как-то аж интересно стало. Сделаем чуть-чуть потемнее. В общем, печенька должна гореть при зарядке. Может, просто не работает. Да нет, на Samsung такого нет здесь. Короче, не проверить никак. Будем надеяться, что она работает. Ссылка на нее будет в описании. Ну, то есть положить на рабочий стол на работе и заряжать телефон. Это вот отдирается, и оно даже будет либо приклеено, либо просто не скользящее. Такая вот вещь. Запечатаем. Завернем, и будет подарок на Новый год. Чтобы на работе можно было кое-кому заряжать свой телефон, который поддерживает беспроводную зарядку.